добыт кое-как. Кое-как, с такими трудами, но взяли. Радости полные штаны. Собака сейчас дойдет до него, возьмет, и все, охота будет успешной. Ну все, взял. Кошмар, 2 дня на этой дороге просидел. Ну давай, выходи ко мне. Все, я иду. Ну, ребята, ощущения непередаваемые. Долго я его заметил, далеко он. Прыг-прыг-прыг-прыг потихонечку. Присаживается, слушает, где собака. И вышел под выстрел. Буквально сейчас я покажу. Вот моя засидка была, сидел. А вот тропа на зайца. Вот здесь я его и шарахнул. Ждем собаку, когда придет. Вот идет собачка. Разобраться не может найти. Тинарка, вот еще иди. Вот. Со следа сошла, идет на выстрел. Ну, собака молодая, поэтому хитрит. Вон искать, вон, прямо, иди. Да. Нашла. Ай, умница, нашла, молодец, Кинара. И все, и дальше. Ей интереснее следы. Ушла по следу от зайца. Она по нему проскочила, короче. Причем на выстрел просто ко мне пришла. По тропе через него перешагнула и дальше пошла. Пришел. Она уже по нему проходила, понюхала его даже. Вон на тропе лежит. Она уже понюхала, все, облизала. Но. Вон он, Кинара, вот. Вот он. Вот, дошел. Дошел. Стой, молодец. Молодец, умница. Умница, золотая собака. Раньше прежде. Смотри какой. Кинара. Здесь смотри. Бля, хорош. Смотри, курва матерая. Ай, ты молодец. Ай, ты молодец. Добрали. Ой. Верка, все хорошо. Стой.
Три раза своими же следами туда убегает, разворачивается назад. Опять убегает, разворачивается назад. Но это для молодой собаки, это вообще. Ну, старый заяц или молодой? А? Старый или молодой? Заяц старый, ты что, здоровый? Профессор, два дня мозги компостировал. Ой, ты молодец, Тимошка, молодец, умница. Умница. Это уже заслуженный, значит, почет собаки, а если старого зайца загнала. Ну представь, смотри, сколько он туда ушел, развернулся, я тоже думал врез. А потом смотрю, я потом гляжу, он мельканул там. И она следом идет метров так, наверное, под 100, аж поменьше маленько. Еле-еле кое-как разбирается, ну разобралась. Ой, ты молодец. Ой, молодец. Все, теперь отдыхать. Неделю точно закапают. Молодчина. Пошли. Ну все, пойдем отбирать. Ногу нахуй целевым. Сейчас тебе требушки. Вот такую работу без ног осталось. О, отлично, блин. Думал уже это. Если сейчас потеряет там, ну все, ее на поводок и хорош. Ах, блядь.